Но мы пришли в наш любимый Элси Вайкики и решили снять для вас зимнюю коллекцию. И помимо этого покажем вам немножечко домашнего текстиля. Посмотрите, что мы нашли. Вайкики постельное белье со слониками. 2 на 2, 20. Евро. Цена? 100 лир, вот. 100. Невыносимо, это только под одеяльник один. Там еще вот один набор. Одна спалка. Тоже со слониками. Немножко другого цвета, коричневый. Простынь 180 на 2,40. Под одеяльник 160 на 2,20. И одна наволочка. Угу. В таком цвете. Постельное здесь тоже очень хорошего качества. Вот это вот пение считается. Хлопок 100%. Хлопок, да. Но он немножко другого. Мягенький. Да, плана. Вот размеры. И здесь ластик ли чаршаф просто на резинке. Да, это одна спальня. Вот здесь двухспальные комплекты. Сколько стоят они, вот эти вот пенья? Односпальная. 259. Угу. А двухспальные есть такие? Вот оно, да? Да. Сейчас. Да. Вот это двухспальный. Вот этот на зиму очень. Он теплее намного, чем обычный хлопок. Это тоже на резинке простынь. Здесь под одеяльник 2 на 2,20, простынь 160 на 2 и 2 наволочки. А 180. Цена? Достать надо. Надо купить такой домой. 329. 100 лир разница. Вот всеми любимые пледики плюшевые. У нас заказывали не один раз. Я и маме такой привозила в подарок. Мягкие очень, приятные к телу. Не скатывается, не линяет. Тоже классная вещь. 150 лир за плед. 220 на 240. Еще спрашивали, халатики детские. Такие они тоненькие. Ну, в принципе, у всех отопление есть дома, поэтому сильно теплые не нужны. Ну, после бани, классно, одел. И ковры некоторые тоже спрашивали. Здесь вот такие вот они двойные. Это для ванны, да, с для туалетом? Ванны, да. Угу. Размеры давай покажу. 60 на метр и 50 на 60. А ценник сколько? Ценник давай поищем. Вот он. Вот тут. Ну, 70 лир. И вот такие пушистые есть. Такие с ворсом, да. И, а вот такие вот еще есть. Угу. Под камень сделан. Мягенькие. Беленькие, и, кстати, да. Цена демократичная. 49. Такие беленькие. Угу. И, кстати, можно стирать в стиральной машинке. Вот такое сзади покрытие. Ага, не скользящее. Не скользящее, да. Тапочки для дома, полотенца. То есть здесь, на самом деле, в Террасити не такой большой отдел домашних товаров, но в других торговых центрах, как Марк Анталии, там довольно больше выбор. Здесь небольшой уголок. Кстати, новогодние подарочки уже можно приобрести. Прихватки, полотенца, различные тарелки с новогодней символикой, стаканчики уже начали поступать. Посмотрите, также есть тарелки со слониками, стаканчики. У нас такие заказывали уже? Да, тарелочки заказывали. Вот, посмотрите, какие очереди в Вайкики, как всегда. Кто любит различный декор? Это на Хэллоуин. Да, очень много всяких прикольных штучек. Ну, пойдем немножко одежды покажем. Если кого-то что-то заинтересовало с этого отдела, вы нам напишите, мы вас по ценам проконсультируем. У них также есть сайт в интернете, веб-страничка. Ну что, мужские коллекции, да? Да. 289. Двухсторонние? Нет, нет, это односторонние. А вот этот вот таким с начесом тепленьким. Резинка есть, затягивается снизу. Это без капюшона, желтый с капюшоном. Точно это такой желтый, же, как да. Желтый есть, зеленый. Жилетки. Жилеточки, да. Вот в Турции очень актуально зимой жилетки.
Еще покажем здесь верхнюю одежду. Вот. Есть тонкие пуховики. Воротник стойка. 369. Вот еще голубой красивый, точно такой же, да? Не промокающий, я так подозреваю. А это непромокаемый. Это тоненький такой. Весенний вариант. 199. Так. Такого цвета есть. О, прикольная. Спортивный вариант. Спортивный, да. Через голову он одевается. Тут змейки так, нет. Раз, цена. Два, 349. Это весень, осень-весна. Да, осень, да. Ветровка. Угу. Она с неоновыми вставками, которые будут светиться. В темноте светятся. Вот на манекене тоже интересный вариант. Это тоже неон, кстати. Вот еще мы увидели мужские коллекции. Вот тоже очень симпатичные, модные пуховички. 299. Такой кармашек внутри есть. Расцветки серая, крем, черная. Это другая модель. Серебро. Темно-синяя. Такая модель черная. Сколько стоит черная? 329. Вот кто любит яркие, молодежные цвета, салатовые, тоже есть варианты такие. 289. И вот тут выбор огромный на самом деле в этом году в LC Waikiki именно теплой верхней одежды. Ткань, она как будто как не промокающая сверху, как, но это не плащ, ну как под кожу сделано, как под кожу, да, но не этот 369, не кожа. Давайте я тоже такая тоненькая, весна, осень. Ну это уже потеплее, чем, допустим, пойдем немножко женского покажем. Мы сейчас в женском отделе. Здесь есть вот такие вот коллекции. Плащ. Плащик. Пальчишка 499 лир. Вот на манекене вот такой с таким воротником тоже прикольный. Вот он. Есть в таком цвете. А есть еще голубой, очень красивый, но он не здесь. Вот такие костюмы сейчас популярны. В тренде. Вот так, вверх-вниз. Это офисный работник, тоже его прикольно можно выбрать. Такого плана кто-то. Вот такие. Укороченная версия. Цена его 399. Вот. Сейчас очень в моде стеганые куртки, пуховики, пиджаки, ветровки и рубашки. Вот такого плана тоже в тренде. 349. Эти короткие все. Ну, это такое. 329. Кто любит длинную, удлиненные, вот такие есть модельки на поясе. Здесь есть поясок, застегивается. Курточки под кожу, но не кожа. Цена 159. Модель. Много курточек разных под кожу, поэтому не буду. Вот ветровка, как пальто. Casual такой стиль. 220. Цена сейчас на 30. Цвет хаки. Жилеточки. Это двусторонний ветер. А, это очень коротенькая такая прям. Ничего не закрывает. Мужского бы выбора больше на самом деле. Такого более. Такого плана пальчишка есть. 349 лет.
399. А сейчас пойдем еще вот. Он еще плюшевые такие, видела? 249. Голубой, фиолетовый и зеленый. Такие под замш сделаны. 199. В этом году очень много модной и красивой одежды в Элси, в Айкике. Они на самом деле радуют своими новыми коллекциями. Обратите внимание, зайдите на сайт и посмотрите, насколько классно они поднялись по уровню. Это... Вот стеганая такая тоненькая ветровочка. Я ее вчера мерила, 249 лир. Утепленные рубашки в моде. Вот еще сзади тебя вижу пуховик классный, стеганый. 329 лир. Тепленькие. Жилетки без рукавки такого плана тоже классно. Красивая. Небесно-голубой. И цена такого? Цена 499. Угу. Симпатичные, да, на кнопочках. Кремовый цвет. И рукава укороченные, да? Да. А коричневый тоже? У меня такое. Но это не тот. Наподобие. Ну, это другое качество вообще. Угу. Тот такой мягенький. Вот без рукавки, удлиненные куртки. Такие пуховики. А размерная сетка? Размерная сетка, да. Вот. До какого? 36-46. То есть большие это... размеры тоже есть. Ну, 46 это большой, да. Ну и штаны, соответственно, такой же. Вот такой цвет. Ну, мы опять напоминаем вам, что есть страничка в интернете. Все товары вы можете посмотреть там. Мы сделали для вас обзор. Хотели сказать, что очень большой выбор верхней, зимней, теплой одежды. Поэтому пишите нам в Инстаграме, также в YouTube-канале. И можете сделать заказ у нас.